Лисакович, хорошая передача. Что Руслан Лисакович придумает? Убирает еще. Руслан Лисакович! 1-3! Руслан Лисакович, прекрасная домашняя заготовка от братьев Лисаковичи. И счет становится 1-3 в пользу Ислачи. Ну, смотрим все, что здесь получилось. Шикарная передача на Руслана Лисаковича. На замахе убирает Печуру. И удар в дальний угол. Здесь генералов Минск не выручает. Большое скопление футболистов было перед Генераловым. Поэтому тоже непросто было российскому голкиперу Минска. Левковец. Хвачинский. Хорошая передача на Саги. Что придумает камерунец? Саги. Все-таки сохраняет мяч по зелах поля. Но вот здесь главное не обрезаться.